Я вот сегодня увидел, да, как раз, думал, это хорошее упражнение. Собаченьки так раз. Ну, самцы имеется в виду. Такие раз, бегают. Стас, ты колено поднимай. Бедро как можно колено выше. Что самое интересное, все старшие девушки очень четко Равиля слышат и выполняют. Молодежь мимо ушей, лишь бы кислород просто так сжигать. А старшие девчонки красиво, правильно все выносят, делают. Есть такое выражение, старый конь борозды не портит. Но это как бы не про девушек, но... Ну, просто сама идея. Как? Продолжение есть. Да? Продолжение в следующей серии будет, на следующей. Где, да? Все, делаем, делаем. Выше колена. Колено именно проносим, как можно выше выносим. Вот так, да. Влада, молодец, очень красиво. Зарина, класс. Даня, не вижу. Поднимай. Ты, главное, должен не стоять, хоть что делай, понимаешь? Принцип в том, чтобы что-то делать, а не просто изучать приемы. Плечо, да. Собственного, конечно.